концов, мы сейчас в Романештах. Я давно хотел показать один объект, который находится, по моей информации, на балансе Министерства образования. Здесь раньше был пионерский лагерь. Вы сейчас посмотрите здание, которое просто, ну, разваливается, это мягко сказано. Это Олимпийская база отдыха. Это, здесь и спортсмены отдыхали на берегу озера. Здесь прекрасная была инфраструктура, здесь природный газ, здесь вода, здесь увидите сейчас какие объекты. И вот сижу и думаю, вот чьи хозяин страна. Пизда не остается. Понимаете, вот неужели столько людей, молодых семей, которые образовывают семьи, негде жить. Неужели эти дома, чтобы они здесь, где бывший пионерский лагерь, чтобы не разваливались, дайте молодым семьям. Дайте, они тут порядок наведут. Вот сейчас камера. А многодетный Федор Васильевич? Это многодетный. Вот Руслан, мы 6 с вами детей, видели. Да, нет, 5, 7. Дайте людям просто здесь жить. Они вам здесь наведут такой порядок. Да, а сейчас не выключайте камеру, идемте. Идемте. Дайте, поставьте им условия. Навести порядок, чистоту. Вот, убрать все. Ну тут как будто вообще замок Броуди. Здесь. Такое все заброшенное. У нас дом престарелых. Почему здесь не сделать дом престарелых? У нас негде стариков держать, содержать. А здесь, вот идемте сюда. Вот, вот, осторожно. Вы посмотрите, сейчас еще нету листьев. И смотрите, какая погода. Какая природа здесь. О, здесь спортивная площадка когда-то была. Заросла. Играли в баскетбол. Да, все, что осталось от баскетбола. Такая-то, видимо, детская, да? Вон там вторая, видна вдалеке. Слушайте, даже не охраняется ничего. Да что тут охранять? Вы только... вот здесь озеро, мы на берегу озера, да? Угу. Посмотрите, сколько здесь зелени. Как здесь летом красиво. И посмотрите, что с этих зданий. А капитальные это строило. Это же коттеджи. Это строило пионерский лагерь, здесь дети отдыхали. Вот, смотрите. Питьевой фонтанчик даже. Давайте зайдем. Подождите. Может быть, зайдем. Вот, это был фонтан. Пить здесь водичку. Да. Здесь. Тут даже кран сохранился. Вот он. Вот, есть кран. Капитальные сооружения. Котельцовые. Два этажа. Здесь были асфальтные дорожки. Закрыто, по-моему. Ничего мы здесь не увидим. Нет, здесь есть. Здесь ничего нет. Во, кирпичи. Забили гвоздями. Все гвоздями забили. Вот смотрите. Ой, зачем было доводить до такого состояния эти здания? Почему не отдать просто людям, либо под детдом, либо под дом престарелых? Ничего не видно. Может, где-то есть открытое. В нашей стране вот так построили и отдать. Ну, это может быть, чтобы потом украсть, тихо приватизировать и построить здесь базу отдыха для толстосумов. С борделями. Руслан. Казино. С точки зрения нормального человека, почему не дать, если нет пионеров? Ну, уже нет пионеров. А зачем дать, когда можно продать? Федор Васильевич, нет пионеров. Что вы не понимаете? Почему сюда не перевести? Я же вам говорю, у нас есть куча стариков. У нас есть многодетные, где негде жить. Посмотрите, сколько. Тем более здесь все есть. И свет, брошено, и вода. Просто. А видите, здесь... Да, и фонари. Освещение было. И здесь была цивилизация когда-то. Здесь было... Посмотрите. Это все двухэтажные помещения. Смотрите, огромное чего здесь. Смотрите. Огромные площади. Как можно уничтожать все, что было построено государством? Здесь есть канализация. Канализация. Все, 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 все. Ну, вот еще одна. Тут, видимо, от каждого дома есть... И вода, и канализация. Она даже полная воды.
Ого-го, ничего себе. Охренеть. Охренеть. Вот этот дом с этой стороны. Смотрите, здесь... Сколько? Сколько здесь можно семей разместить? Этих многодетных. Охренеть. Федор Васильевич, это же... Это целый городок. Да, вот он. Посмотрите, вот аллея. Идем. Сейчас я приближу вот так, чтобы показать. Прекрасное место. Это ужасно. Это не государство, это не это. Это просто. У меня слов нет. Культурных слов нет. Да, тут чтобы только не культурно можно по-русски говорить. Посмотрите. Смотрите. Людям нам негде жить. Я очень хочу в какое-нибудь окно заглянуть. Сейчас я попробую сюда. Ой! Тоже не видно, матовое стекло. Посмотрите. Смотрите, какие балкончики. Это целый городок. Да? Вы видите, сколько зданий? Угу. Тут и терраски. О, вот тут вот можно посмотреть вовнутрь. Ух ты, какая здесь. Какая здесь площадь, Федор Васильевич. Тут, видимо, и столовые были. Интересно, есть где какие-то снимки сохранились, как оно было в нормальном виде? Крыша целая, Федор Васильевич. Здесь прекрасно можно. Вот какие здесь. Пожалуйста. И все это можно почистить. И использовать это. Можно даже сдавать небольшую аренду. А ну сейчас. Если эта лестница выжжет меня. Ай, укололся. То значит все не так плохо. Да, вот оно. Ага. Прикольно. Смотрите, как здесь классно. Это все заброшено и забыто, и забито. Или забито и забыто. Жаль, что нельзя зайти и показать, как оно там внутри. Там так классно внутри. О, смотрите, какая прелесть. А было построено с умом. Да, видите, как еще. Капитальные здания. Видите? Вот вам, пожалуйста, пример бесхозяйственности. Это мягко сказано. Это тупости. Это у нас парламентская страна. Вот у нас собирается элита, в кавычках, самых мерзких политиков, которые только есть у нас в республике. Я удивляюсь, как еще не украли это. Как? Ну, вот вы загляните. Стекло. Да. Стекленное. Сколько здесь можно было... А ну, может, здесь можно посмотреть. Да. Здесь можно было переселить, по-моему, всех нуждающихся. Все, кто... О! Ой, а тут, Федор Васильевич, все плесенью покрылось. Ни отопления, ничего. Жаль, не видно. Это страшно. Ну, понятно, они столько не отапливаются. Наверное, крыша где-то протекает. Здесь, скорее всего, пищеблок, я так понимаю, да? Ну, они похожи все очень. Да, ну вот смотрите в ту сторону. Это целый городок. Да. Это целое состояние, огромные лагерь. Деньги это все стоит. На берегу озера, вот озеро, видите? Романешты. Да? Да. Рядом с Кишиневым, дорога, все есть.
Почему просто не дать здесь людям, чтобы люди сами обжили, у кого есть проблема с жильем? Да? Да. Второй вариант. Сделать детский дом. Детский дом здесь, да, просто поставить. Те, кто без родителей, сироты. И дом престарелых. Вы посмотрите, городок какой. Это просто слов нет. Вот Дадон уже вам звонит. Да, конечно. Ты говоришь, Николаевич, выделяем деньги. Федор Васильевич, выделяем деньги. Я сейчас перезвоню. Федор, свет секунды. Это просто катастрофа. Все огорожено. Все благоустроено. Ну, замки везде стоят. Видите, видимо, кто-то приглядывает за всем этим. Ну, приглядывают. Я вижу, приходят, посматривают, чтобы не били стекла. Замок свежий. Да, здесь все нормально. Есть, значит, хозяин, который... Ну, тут видно. Ой, как красиво здесь внутри. Тут даже еще советский линолеум сохранился. Ну вот, представляете, что... Какие-то документы. Он недавно работал, видимо. Какие-то документы на стенах висят. Здесь, скорее всего, кто-то присматривает за этими зданиями. Даже рисунки на стенах есть. В общем, итог. А там дальше, Федор Васильевич? Все, это уже въезд, все, это парадный въезд. Давайте обойдем с той стороны, Федор Васильевич. Так нет. Вот так вот пойдем. Выйдем на берег пока. Вот номер остался, это, на видимо... На береге, там сетка, там уже дальше идем. Что, не выйдем никуда? Надо идти обратно. Вот, видите, сетка по верху, как мы ехали. Да, но я имею в виду, может, есть выход в... Давайте я гляну, Федор Васильевич. Может, есть выход к озеру. Ой, как здесь красиво, ботик. Это же вообще. Аллея. Да, здесь сказка прямо. Вот здесь тоже объекты ходят. Да, да, да. Идемте дальше посмотрим. Если бы еще найти сторожа хоть, чтобы он нам показал. Ой, какая красота. Ну, идемте сюда обратно. Так я хотел выйти посмотреть, Федор Васильевич. А вот есть еще внизу. Так я же говорю, давайте пойдем на ту террасу. Пойдем посмотрим. Тут какие-то подсобные помещения есть. Вот, наверное, пищеблок. Ого-го-го, и тут еще. Здесь огромная территория. Вот она. Вот здесь можно выйти, Федор Васильевич. Попробуем туда. Давайте. Машине. Да. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Проволоку всю украли со столбов. Но есть кабель подземный, я вижу. Вот это правительство Республики Молдовы отвечает за этот комплекс. Видите, да? Угу. Вот как говорят, какое правительство, да, такой и комплекс. Вот это все, что мы сейчас видим. Какой начальник, такие я... собаки. Да, да. Вот это все, это образец. Во что превратилась страна вся, да. Вся страна. Сейчас попробуем здесь заглянуть. Ну, полы сняты, стены более-менее, но полы сняты, видимо, на растопку разобрали. Можно привести в порядок. Здесь все... пару миллионов и... Вы только посмотрите, сколько здесь можно разместить нуждающихся. Вы только, да, взгляните. Какая территория. Брошенная. Здесь сотни людей можно поместить. Ой. Вот, смотрите, внизу здесь, видимо, летний театр был или что-то такое.
эстрада, типа, нет? Не знаю, что это было. Ну вот, смотрите, да. Вот мы идем как бы по второму кварталу, да? Да, нижняя часть. Нижняя часть. Вот смотрите, да. Сколько домов. Прекрасных домов. Все здесь было заасфальтировано. Да, видите? Да. Аллея. Все заасфальтировано. Все было красиво. Вложило советское государство. Ну, будем говорить, советская Молдова, да? Да. Огромные деньги, чтобы построить. Вот это, вот, прямо на берегу, свежий воздух. Посмотрите, сколько, смотрите, это второй ряд мы идем. Да, да, да. Посмотрите, сколько. Ох, тут еще, сколько еще домов? Больше, чем вверху. Обратите внимание. Ну, это, видимо, группы или что это было, потому что такие помещения где-то по 20 квадратных метров в основном. Ну, я же вам говорю. Вот, смотрите, карусели. Это был пионерский лагерь. Да. Здесь еще карусели вот заржавевшие остались советские. Но ведь можно было это помещение, я же вам говорю, использовать и сейчас. Орешник, платан, здесь вишня, черешня, я вижу. Смотрите. Здесь такую зону отдыха можно сделать. Такой, как дом отдыха, вот людям негде жить, я вам уже сказал. Да. Маленькими детьми. Тут, по-моему, всех молдавских многодетные семьи можно разместить. Конечно. Детский дом, я уже сказал, дом престарелых, пожалуйста. Смотрите, сколько здесь. Ох, сколько-то. Слов нет. Одни слюни. Хочется разговаривать только матом. Такое впечатление, что мы где-то на территории какого-то графского дома, заброшенного, отнятого. Что заброшено? Летом здесь, конечно, красота. Вы представляете, все в зелени. Да. Да если бы еще эти объекты передать. Ой. Да нормальным людям. Нормальные руки. Да. У которых руки растут не от задницы. Вот так. Вот это называется эффективное управление государством. Сколько поменялось партий, президентов, парламентов, альянсов, союзов, меча и орала, и анала тоже. Я извиняюсь перед молдаванами, но мне такое ощущение, когда я вижу вот это, что молдаване не способны управлять страной. Просто не способны управлять. От природы у молдаван нету. В том, что да. Земля практически райская. Вот. Из асфальта вырос. Да, дерево. Вот это, друзья, Романешка рядом с Кишиневом. Сколько километров вырос? Километров 30-40. Километров 25, наверное. И вот мы на берегу озера, где находится этот комплекс. Заброшенный и никому не нужный. Вот так. Ну, все. Завершаем этот кино. Давайте выберем. Там невозможно подойти к берегу. Нет, да? Ну вот, пожалуйста. Ну, уже на берегу озера. Земля такая влажная везде. Мягкая, хорошая. Пожалуйста. Будем надеяться, что засухи в этом году не будет. Вот. На берегу. Это вот все можно озеро. Расчистить. Ой, сейчас удочкой. Это. Вот. Красота. Смотрите, в каком месте красивом. Рай. Находится вот это Богом и правительством Молдовы забытый регион. Вот, вот вам то, что я хотел показать. Идем в машину. Да.